Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы находимся в Абанатерму, мы находимся в Luxury House, в гостях у Елены и Ларисы, которые сегодня любезно меня переоденут. И напоминаю, что начался сезон скидок 30% на данный момент, хотя, возможно, когда вы посмотрите это видео, скидки будут уже больше. Мои любимые джинсы прямого кроя, их много не бывает, они нужны во всех оттенках, они прекрасно, как правило, садятся. Данные джинсы от Альберто Ферретти, и к ним мне был предложен вот такой топ в полоску, что может быть более летним вариантом. Джинсовый кейп. Очень необычно, очень стильно, редкая вещь кейп вообще сам по себе, тем более вариант вот такой из денима. Получился очень красивый современный ансамбль. Подобные кейпы очень красиво смотрятся с футболкой с коротким рукавом, либо с топом с коротким рукавом, либо даже с майкой, либо топом на бретельках. Незаменимая вещь, по крайней мере здесь в Италии, это свитер, выполненный из хлопковой нити. Казалось бы, какая разница, раньше я ее действительно не понимала. Раньше мне казалось, что плотный свитер из хлопковой нити – это примерно то же самое, что плотный свитер из шерстяной нити. Но действительно, такой свитер незаменим, в особенности, если вы отдыхаете у моря. Бывает, что становится холодно, и нужно не столько согреться за счет шерстяного свитера, сколько не позволить себе замерзнуть и потерять свое собственное тепло за счет хлопкового свитера, даже если на вид он, что называется, pesante, то есть очень и очень плотный и толстый. Прекрасные свитеры, красиво будут сочетаться с юбками, будут хорошо носиться с джинсами, на самом деле универсальная вещь именно для лета. И, кстати, нужно отметить, что подобные вещи сложно найти. Очень многие покупатели не понимают разницы, и, соответственно, подобные вещи трудно продавать, и их редко закупают магазины. Красивая тюлевая юбка, выполненная из нескольких слоев тюля, это Альберто Ферретти, осталось только две и обе одного размера. Очень красивая юбка. Обычно вещи, которые я показываю долго, нравятся мне чуть больше, чем все остальное, что я примеряю, просто потому, что они отвечают моему стилю. Эту юбку будет легко сочетать за счет большого количества цвета непосредственно на самой юбке. К ней подойдет практически любой верх. Эта юбка будет очень хорошо смотреться, в том числе и осенью, если заменить подобный хлопковый свитер на шерстяной. Свитшот, узнаваемая деталь от Альберто Ферретти. Мне кажется, что этот образ я собрала себе самостоятельно, когда в магазин зашли клиенты, именно поэтому я и снимала сегодня на улице, и здесь был потрясающе красивый свет. Очень комфортные брюки, выполненные из тончайшего хлопка, рассчитанные на городскую жару,
и очень красивого цвета. Посмотрите, как красиво смотрится это также с ветровкой. Ветровку купили буквально в момент примерки. Осталась только одна, даже не знаю в каком размере. Ветровки и бомберы самые разные длины, очень популярны в этом сезоне. Мне кажется, этот тренд мы заберем с собой и в осень. Платье Фабиано Филиппи, как часто бывает, прелесть подобных вещей от Фабиано Филиппи можно почувствовать, только примерив их. Они будут очень комфортны, когда в городе действительно жарко, но раздеться и, возможно, надеть свой пляжный гардероб, рассчитанный для такой же жары, но только у моря, не представляется возможным в силу городского дресс-кода. Подобные платья очень комфортны для жары, они выполнены из тончайшего хлопкового трикотажа. Следующая красота – это платье от Альберто Ферретти. Здесь, мне кажется, не нужны никакие комментарии. Шитье, в особенности вышивка Ришелье, в этом сезоне очень популярны. Такие вещи никогда не стоят дешево, они уникальны в своей красоте. Недавно мне был задан вопрос, чем носить бермуды. Посмотрите, как красиво бермуды могут смотреться с укороченными блузами, либо с блузами кроп-топ. Кстати, сюда, если по стилю подходит, подошла бы также версия укороченного свитшота. И сейчас вы также увидите, что бермуды очень красиво сочетаются с любыми рубашками и блузами рубашечного типа, если мы заправим их внутрь. У нас получается некая разбивка пропорций, достаточно укороченный верх и удлиненный низ. На мне красивая рубашка, блуза от Альберто Ферретти, к ней, кстати, есть очень красивая юбка, сегодня мы забыли ее примерить, а бермуды от Фабиано Филиппи. Следующий образ, последний на сегодня, это Total Look от Фабиано Филиппи. На мне джинсы прямого кроя. Этот образ чем-то похож на первый из этого ролика, продемонстрированный в самом начале. На мне также очень красивая жилетка, кстати. Подобная жилетка есть также в льняном исполнении. Вообще это льняной костюм, который любезно покажет нам Елена. Мне было особенно приятно, что девочки приняли эстафету и покажут, что же носят в Абонатерме. Это будут отдельные видеозарисовки. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю Елену и Ларису, благодарю их магазин Luxury House за эстетическое удовольствие. Я сегодня
получила действительно удовольствие, примеряя такое большое количество красивых вещей. На этом с вами прощаюсь. Всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.